Коллеги, рада вас приветствовать на сегодняшнем нашем налоговом марафоне. Полагаю, что вы уже подпитались достаточным количеством интересной, главное, полезной информации от предыдущих спикеров, но при этом все-таки надеюсь, что у вас еще осталось достаточно сил для того, чтобы продолжить наш сегодняшний марафон. И сегодня я предлагаю вам обсудить тему, которая захватит нас в году наступающем, то есть мы немножко с вами заглянем в будущее, но при этом, что самое важное, как мне кажется, мы имеем возможность подготовиться к этим изменениям. И говорить мы сегодня будем о применении новой ставки НДС по тем договорам, которые у нас заключены в 2018 году, но их исполнение плавно перетекает уже в год наступающий, в 2019. Как вы знаете, с 1 января 2019 года у нас налоговая ставка по НДС увеличится с 18 до 20%. Соответствующие изменения были внесены в 164-ю статью Налогового кодекса федеральным законом, принятым 3 августа текущего года. Казалось бы, это изменение довольно простое. Было 18, станет 20, но на самом деле, как только мы с вами начинаем задумываться о том, а каким образом применять эту новую ставку по тем операциям, которые у нас осуществляются как раз по переходящим договорам, сразу возникает масса вопросов. Дело в том, что закон, внесший соответствующие изменения, не содержит каких-либо ограничений или изъятий в отношении таких договоров, в том числе в том случае, когда ими предусмотрено перечисление авансовых платежей, либо когда они заключаются у нас в соответствии с законодательством о закупочной деятельности. Не содержа таких изменений, закон в то же время и не содержит механизма применения новой ставки в отношении переходящих договоров. Как мне кажется, такое отсутствие переходных положений может быть обусловлено тем, что фактически предъявление налога на добавленную стоимость находится, ну, скажем так, в пограничном состоянии на стыке двух отраслей права. С одной стороны, это гражданское право, которое регулируется в отношении двух равноправных хозяйствующих субъектов. Здесь мы с вами говорим о поставщике с одной стороны и о покупателе с другой стороны. И в то же время предъявление НДС у нас затрагивается и налоговым правом, которое регулируется в отношении налогоплательщика с бюджетом, как в части исчисления уплаты НДС в бюджет, так и в части принятия сумм, предъявленного НДС к вычету. Но, как бы там ни было, факт есть факт, переходных положений нет, а вопросы есть. И их отсутствие, этих самых переходных положений, в том числе порождает появление разъяснений контролирующих органов, которые не только не снимают уже возникших у нас вопросов, но, к сожалению, порой приводят к появлению нового. И в данном случае я говорю о тех разъяснениях Федеральной налоговой службы, которые у нас были выпущены 23 октября текущего года. И предлагаю вам обозначить те ключевые вопросы, с которыми мы можем столкнуться на практике, и поговорить о том, какими нам видятся ответы на них, и что, в свою очередь, предлагает Федеральная налоговая служба.